Все подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! И рассмотрим с вами задание из учебника «Алгебра 7 класс» автора Мерзляк, Полонский и Кир под номером 77. Верно ли утверждение, что при любом значении А верно данное неравенство? Итак, по цифре 1. Запишем наше неравенство. 2А больше А. Нет, не при всех. Потому что если А равно нулю, то мы получим 0 больше нуля, а это неверное неравенство. Если А равно нулю, то 2 умножить на 0 равно нулю. Если А отрицательное, то 2 умножаем на отрицательное число, получится число меньше, чем А. Поэтому ответ будет нет. При А меньше или равно нулю неравенство неверно. По цифре 2. 2 модуля А больше, чем модуль А. Если мы вместо А подставим 0, модуль 0 равен 0. 2 умножить на 0 – это будет 0. И здесь тоже модуль 0 – это 0. Знак будет равно. Поэтому при А равном 0 данное неравенство неверно. Нет. При А равном 0 неверно. Все, мы справились с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях к этому видео.